Вчера Ску на 2.23, Соляк Мастейна. Оцени игру и музыкальную наполненность. Сначала Умарь мастырил. Спасибо, значит, посмотрим. Как может Мастейн делать, я все равно поражаюсь. Настолько говно. Все, что бы он ни делал, он просто все, вот это прям пахнет говном. Как можно было такую хуйню придумать? Это как, это такое, иногда такое ощущение, что вот бывает, допустим, слушаешь какую-то крутую мелодию и понимаешь, да, что типа думаешь, как же так вообще, как будто на гитаре даже такого места не было, чтобы придумать какой-то рифец. А в Мастейне ситуация наоборот, что ты смотришь на гитару и думаешь, как из нее можно было выжать такое говно. Вот это вот, например, что происходит вначале. Я даже не понимаю, что это, блядь, за аккорд. Да нет. Какой-то просто вот... Какой-то, ну, просто какой-то вот, я не знаю, куда он нажал, чтобы получить такое говно. Не музыкальное, сраное. Что за дерьмо? Мне кажется, гитара даже, ну, реально нет такого. Как бы даже будешь искать. Все куда ни ткни, везде. Все будет лучше. Это просто он нашел самый кал, который только можно найти на гитаре. Ужасно. Просто невозможно поверить в это дерьмо. И вокал Бристола. Ну, вот этот вот звук, это просто курочка давится зернышками. Просто говнище. Ну, ну, невероятное говнище. Я не понимаю, как может быть настолько не музыкальный чувак. Ой, блядь. Перепутал, Соляки Мастейн, там, там код 323, удачного стрима, спасибо, значит, посмотрим. А, еще что-то. Опять я говно не могу просто. 323. Так он же ободрал этот, как его, Rising Force. Да, он дальше совсем дреснятельно пошла, бессмысленная. Но начало это Rising Force. Во курва. Ты просто ободрал Rising Force, да. Получается, вот, кто не знает. 0-0 просто. Да, удивительно. И не стыдно.